Сеянцы готовятся в дорогу. В этом сезоне из Тихвинского лесопитомника отпущено 7 миллионов штук молодых елок и сосен. Большинство из них уже переселились на постоянное место жительства на лесные делянки. Если все эти делянки объединить в одно гигантское поле, оно составит более 2000 гектаров. В связи с тем, что весна была ранняя, непонятная и зима теплая, выкопка началась у нас рано, то есть выкопка посадочного материала. Но в связи с этим лучше для арендаторов. У них растянулся срок лесовосстановительных работ. То, что вот они не видели мороза этой зимой, это вот как оно на них скажется? Ну, то, что мороз, думаю, что на это никак не повлияет, а то, что все-таки погода была не жаркая, в лесу было достаточно влажно, и поля тоже не высохли, не пересыхали. Солнца такого палящего не было, поэтому приживаемость должна быть в этом году выше. Казалось бы, чего проще? Повыдергивал сеянцы, перевез на делянку, да и посадил. Однако и здесь есть своя технология. Корни обязательно обмакивают в болтушку, чтобы не подсохли. Затем прикапывают для тех же целей. Их также прикапывают и на делянках, прежде чем посадить. Зато, в отличие от сеянцев с закрытой корневой системой, они постарше и покрупнее, а значит, за ними удобнее ухаживать. У нас очень сжатый сезон посадки. Весенняя посадка очень быстро происходит до момента распускания почки. Это нужно учитывать при производстве лесных культур с открытой корневой системой. С закрытой корневой системой у нас растягивается вот этот агротехнический срок. Конечно, будущее лесовосстановления – это за закрытой корневой системой. Последние, можно сказать, 8-10 лет мы обеспечены полностью всем необходимым для проведения лесовосстановительных и лесокультурных и агротехнических наших мероприятий. Площадь посева в Тихвинском лесопитомнике 27,5 гектаров. Посмотрите, какие ухоженные здесь сеянцы. Их постоянно присыпают смесью торфа и опилок, рыхлят для обогащения почвы кислородом, подкармливают, уничтожают сорняки, в общем, холят и лелеют, как детей малых. А почему, собственно, как? Создается впечатление, если смотреть программы, что у нас не ведется никаких работ, никакого лесовосстановления, не выращивается посадочный материал. Но когда люди приезжают на питомник и видят елочки, даже самые крохотные, маленькие, они просто удивляются, что это есть и происходит. А мы работаем, мы не прекращали работу ни один этот год, ну, и все ведется. Обидно, наверное, да. Ну, что делать? Вы покажете, люди увидят. И поверят. Да, да, да. А кто не верит, тот пусть приезжает и посмотрит. Я думаю, что действительно они прямо такие. Вот только выкапывай и сажай. Да, да, они прекрасные. Мы их тоже очень любим. Еще не все сеянцы выкопаны. И неудивительно, сезон посадки леса продолжается.